информации есть у нас здесь предварительные бои. И Василий, внимательно. Михаил Разгуляев, представляющий Республику Крым, профессиональный дебют по правилам ММА. И посмотрите, мышечная компонента по сравнению с Зелимхановым и Хаджиевым. Но, с другой стороны, таец. Тайский бокс, дело такое, они все сухие, очень жестко бьющие. То, что касается Зелимхана Хаджиева, также профессиональный дебют у него здесь значится. В углу Шамиль Зауров, представляет клуб «Ахмат». А, не Шамиль Зауров, а именно вот этот спортсмен Зелимхана, имею в виду. Сейчас, ну, чья базовая техника просто лучше, потому что для нас с вами не секрет, профильному ударнику перестраиваться тяжеловато. Так, все ли все, судья остановил? Да, не похоже. Ну, колено в голову, замечание за третью точку. А, ну да, логично. Замечание сейчас Зелимхан Махаджиев получает, причем сразу, за то, что не надо человека при касании третьей точки вообще ногами трогать. Ну, я не думаю, что кому-то в этом бою это пригодится. Да, согласен. Здесь, в общем, пока все довольно прозрачно, что называется, на поверхности. Не пойму, знаю, превратно, но бойцы на вид очень разные уровни. Сильно разные. Сильно, да. В дебютных поединках чаще физические силы решают. Нежели мастерство? Нежели мастерство, да. Особенно мастеров по-разному, конечно. Да. Ну, тем более, откровенно сказать, мне кажется, Михаил опасается своего соперника по той причине, как он перекрывается именно от ударов. Да, он особенно ничего не делает. Стоит, в общем, в защите, немножко где-то в руке. Ну да. Не очень видно, чем он сейчас может выиграть, если честно. Ну, по совести, да. Терпением соперник устанет. Терпение и труд. Да, терпение и труд, супер и труд. Вы знаете, это даже не смешно. Не то, что не смешно, здесь понятно. Это не тот вариант. У американцев такое частенько бывало. Он выходит, это убьют. Если нету силы продавить физло. Активная защита! Ашота Шуген, я думаю, имеет скоро будет полное основание поединка остановить. Так вот, и он спокойно доживает до третьего раунда, съедает на кондиции. Такой был. Нет, все ясно. Поединок спортсменов, как вы правильно отметили, довольно разных по уровню, прежде всего. И причем одно дело, когда это разные по уровню два ударника, бой может смотреть. Здесь совсем разные по уровню. О партнере у Михаила пока очень такое общее понимание, сильно общее. А у Зелимхана Хаджиева это уже все-таки хороший любительский уровень. В любом случае, что с точки зрения ударной техники. Ну, просто интересно было бы его посмотреть в боях против бойцов своего уровня или, да, в принципе, уровень повыше. Да, здесь уже было бы, я думаю, что поинтереснее. Так что здесь мы желаем Михаилу, если он дальше собирается продолжать совершенствоваться на нее. Совершенствоваться. Смешных единоборств, безусловно, совершенствоваться. Ну, а Зелимхану спокойно дальше продолжать. И 28 секунд первого раунда. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал Зелимхан Хаджиев. Такое добивание Зелимхана с победой. Я подозреваю его соперника Михаила Разгуляева.